Всем привет, я Лена Кустова, и сегодня мы вышли на улицы Красноярска узнать, любят ли горожане в гардеробе своем летнем яркие цвета. В одежде иногда сочетаете два противоположных ярких цвета? Черный и белый. С удовольствием. Люблю, допустим, оранжевые краски, что-нибудь желтое, яркое такое. Как вам нравится больше? Это зависит от настроения и погоды. Ну, вообще, мне нравится, конечно, когда поярче, красиво. Особенно в солнечную погоду. Элина, скажите, любите ли вы яркие противоположные оттенки сочетать в одном образе? Очень люблю, но делаю это довольно редко. Почему? Потому что это сложно. За профессиональной помощью мы отправляемся к стилисту Даше Отякшевой. Даша, привет! О, Лена, доброе утро! Доброе! Ну что, ты готова? Да, я готова. Сегодня мы будем разбивать стереотипы о том, что яркие цвета нельзя сочетать вместе. Мы докажем, что это стильно и элегантно. Главная подсказка – цветовой круг. С ним подобрать совершеннолетний образ будет несложно. Запоминайте, идеально сочетаются цвета, которые находятся на противоположных сторонах. Дружат и те, что лежат на одинаковом расстоянии друг от друга. Ну и, конечно, можно смело подбирать одежду из разных оттенков, но одного цвета, лежащих рядом. Это основные варианты. Так, Даша, какой комплект ты приготовила первым? Мы начнем с повседневного яркого образа для девушки 21 века. Итак, для первого образа нам понадобится удлиненная рубашка, футболка, трикотажные брюки и белые кеды. Даша, это полный образ? Нет, конечно же, нам еще нужно добавить некие детали. Одна из них – это поясная сумка. Кстати говоря, большой тренд этого сезона. Ну и сейчас в магазинах большой выбор разноцветных стекол. Они очень классно дополняют любой образ. Даша, вот этот образ, он для девушки какого возраста? Ну, вообще данный комплект не имеет образа, но для девушек постарше, после 40, я рекомендую добавить нотку элегантности. Для этого кеды мы меняем на шпильку, либо на танкетку, брюки мы меняем на заместо трикотажа на легкие ткани, более летящий силуэт любой. И, соответственно, футболку на топ. Вы готовы? Второй комплект у нас будет офисный, без строгого дресс-кода, с яркими деталями. Итак, для второго образа нам понадобятся классическая рубашка, свободная футболка, брюки со стрелками, легкий тренч и шпильки. Используйте в своем образе удлиненные рубашки или легкие льняные тренчи. Кроме того, что это создает интересный многослойный образ, в наших погодных условиях как нельзя кстати, когда утром и вечером, летом прохладно. Ну что, как тебе? Я чувствую себя такой вот успешной бизнес-леди, яркой. Больше не готова так пойти на работу. Ловите совет. Сейчас можно в одном образе сочетать намного больше цветов. Пользуйтесь цветовой схемой. Но если вы все-таки боитесь ярких цветов и их сочетаний, то беспроигрышный вариант – это пастель. Используйте пастельные оттенки с одним ярким элементом. Кстати, это является трендом этого сезона. И вы присоединяйтесь к нашей летней зачистке гардероба больше ярких красок. Примерила все образы Лена Кустова, подобрала их стилист Даша Отякшева, а снимал все это Денис Шабанов. Пока-пока! Всем пока!